1000 евро за выходные в компании порнозвезды. Японские ательеры устроили тур для небедных любителей фильмов для взрослых. Изюминка – купание в одном бассейне с главной героиней фильмов для взрослых под звездным небом. Что еще включено в программу и почему японские правоохранительные органы не считают такое предложение организации занятий проституцией? Знает Денис Новожилов. Идол японских клубничных фильмов сходит с экранов, а фантазии поклонников Шоко Такахаши по всему миру воплощается в реальность. Одна из туристических компаний страны восходящего солнца предлагает туристам провести с порнозвездой уикенд вместо осмотра достопримечательностей. Два дня и одна ночь. Путешествие на автобусе с Секо Такахаши. Тур рассчитан максимум на 40 человек. Есть различные привилегии. Наслаждайтесь ими на большом вечернем банкете. На сайте фирмы 7 вариантов досуга. Прогулка с актрисой фильмов для взрослых, автографы, ужин в приватном месте с алкоголем, мини-игры, какие не уточняется. Туристы смогут пособирать с Такахаши клубнику, а она покормит ягоды клиента. Ну и главное, фотосессия с Шоко. Бонус – совместный снимок в горячем источнике, как в легендарной сцене, после которой актриса и стала известной. Отдельно организаторы мероприятия уточняют – никакого интима. При этом Такахаши не прочь принимать подарки. Любые, кроме скоропортящихся продуктов. По сути, это эскорт-услуги. Сопровождение клиента на деловых встречах, на отдыхе за плату. В России такой бизнес в тени. Кандидаток подбирают через скрытые чаты. Большинство спутниц занимаются проституцией и заранее согласны на продолжение. В России имеется огромное количество коллабораций, турфирм и эскорт-агентств. Эти люди сотрудничают для того, чтобы выполнить сокровенные желания олигархов, других бизнесменов, имеющих огромное количество денег. И для того, чтобы удовлетворить их потребности, люди соединяют свои услуги и предоставляют какой-то эксклюзив, который будет хорошо оплачиваться. И, естественно, все это проводится под грифом «секретно». Организовать официальные туры с актрисами фильмов для взрослых в нашей стране пока никто не рискнул. При этом российское законодательство не запрещает дамам оголяться за деньги, только в специализированных, а не публичных местах. Закон воспринимается буквально. Если пишется, что вас встретит красивая девушка, вы с ней пообщаетесь, а она большая звезда в порно-бизнесе, это не преступление. С ней можно не только поесть клубничку, с ней можно сходить в кино, в конце концов, с ней можно искупаться в бассейне. Это не является преступлением. Еще раз говорю, девушка, не оказывающая интимные услуги, не подпадает под уголовную, административную или иную ответственность. Пикантное путешествие с 25-летней Шоко Такахаши обойдется туристу в 130 тысяч йен. В переводе на рубли 76 тысяч. Удовольствие не из дешевых, при том, что уделять внимание актриса будет одновременно и другим десяткам фанатов, претендующим на место в джакузи. Денис Новожилов, Александра Иванова, Дмитрий Камский. Вести. Дежурная часть.